сообщает о заявлении РФ президента, пресс-секретаря, что ситуация вокруг Калининграда РФ настроена решительно. Вот только РФ надо много времени для анализа обстановки и ситуация выглядит хотя способностью людей понять пословицу: когда в хвосте начало, то в голове мочало. Неутешительно. Собираюсь снимать клипы с пословицы великой этой. Я без остановки. Даже вот такие прекрасные, солнечные, теплые июньские дни. Да, интересное сообщение тут. Телеграм активировал новости. В мемориальном комплексе в Катыни Смоленской области пропал флаг Польши.